Ребята, здравствуйте! Режим самоизоляции у нас продолжается, а также продолжаются наши мастер-классы. Сегодня мы с вами будем делать вот такую брошь из георгиевской ленточки. Для этого нам понадобится атласная лента шириной 2 см, узкая зеленая ленточка, георгиевская лента, тычинки для сердцевины цветочка, зажигалка, клеевой пистолет, ножницы и крепление для самой броши. Мы отрезаем от атласной ленты квадрат 2 на 2 сантиметра. Чтобы сделать лепесток, мы его перегибаем вот так по диагонали и немножечко закрепляем уголочки зажигалкой. Скрепляем все, складываем все уголочки к сердцевине, получается вот такой квадратик, перегибаем и закрепляем его зажигалкой. Распрямляем, и обратную сторону мы тоже немножечко подплавляем, закрепляем. Получается у нас вот такой лепесточек. Таких лепестков нам нужно сделать 5 штук. Вот они у нас готовы. И мы собираем теперь наш цветочек при помощи клеевого пистолета. Клей наносим немножечко, чтобы он не выходил наружу и не пачкал наш цветок. Немножко прижимаем его. Вот такой цветочек у нас получился. В сердцевину цветочка мы добавим желтые тычинки, чтобы у нас цветочек был наш похож на цветок сирени. Вот так при помощи булавки мы вставим тычинки в наш цветок. И закрепим все это клеевым пистолетом. Вот такой цветок у нас получился. Нам нужно сделать таких цветочков 3 штуки для нашей броши. Берем ленточку, складываем кому как нравится, немножечко закрепляем ее клеем. Лепесточки мы делаем из узкой зеленой ленточки. Отрезаем полоску сантиметров 5-6. Вот так их скрепляем. Их нам понадобится 3 штучки. Сначала на ленту мы закрепляем листочки. Я тяну сюда вниз. И потом располагаем наши цветочки. Кому как нравится, где они у кого будут выглядеть. Ну, вот таким образом. С обратной стороны мы наносим клей, прикрепляем его. И так делаем со всеми 3 цветочками. Закрепляем. Закрепляем ее. Чтобы нашей брошей можно было пользоваться, с обратной стороны мы приклеиваем вот такое крепление для броши, также на клей.
Вот такая красота у нас получилась к 9 мая.